в этот вечер Максим Подберезовиков двигался в неизвестном направлении. Из другого конца большого города, в еще более неизвестном направлении, шагал Юрий Деточкин. Они шли навстречу судьбе. Они сближались. Лепота! Канай отсюда! Рога подшипаю, редиска! Господин назначил меня любимой женой! Как меня, старушка, я в печали! Она готовится стать матерью! А я готовлюсь стать отцом! Ты по что боярыню обидел, смерть? Помогите! Хулиганы зрения решаю! Какая отвратительная рожа! Царем будешь! Ни за что! Человек! Человек! Официант! Почки один раз стоит! Стой! Убью, студент! Где этот чертов инвалид? Не шуми! Я инвалид! Махмуд, зажигай! Искусство не горит. Да? Да. Яваны! Маша, а я вас не вижу. А еще? А, липочка. Что это было? Ну вы будете жрать или нет? Ирочка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? Тьфу на вас! Тьфу на вас еще раз! Не беспокойся, в морге тебя переоденут. Да вы, блин, даёте.